Навести морок и путаницу к Гермесу. Вообще, даже по астрологии, если вы хотите, чтобы никогда не нашли правду, надо это начинать или давать показания на Луну в Близнецах. Это безошибочный совершенно способ, даже любой суд запутать. Никогда не найдут истинные доказательства. А этим знаком управляет Меркурий. Меркурий – это по-римски Гермес. Гермес – это по-гречески, ну, я обращаюсь по-гречески. Это бог, который этим управляет. Вот если вам нужно скрыть какие-то свои финансовые дела, вы не хотите, чтобы вас видели, чтобы вас не доставали, то используем этот ритуал. Гермес, все бумаги путай с путой, глаза всем отведи, всю правду скрой навек. Все увидят не те факты, за них уцепятся, ложью обольстятся. Не то слышать станут, глаза их в сторону смотреть станут. Разом в трех путях заплутает. Обо мне забудут навек, моих врагов цепятся, да не выпустят вовек. Гермес, срочно вмешайся, исполни, прошу заклято. И все, работает довольно долго. Бабочка здесь это посыльный. Луна наводит путаницу и морок тоже. И карта колесница тоже посыльный. Поэтому я их использовала. Это не обязательно совершенно делать. Ну, как это, вместо свечки. Вместо свечки и призыва я использую карты. Ну, можно и так.